Сегодня в зарубежной прессе появились неожиданные подробности относительно пребывания иностранных военных инспекторов в Донбассе. Оказывается, уже после того, как народные ополченцы Славянска отпустили группу экспертов, их по дороге в Донецк обстреляли украинские военные. Об этом рассказал подполковник чешской армии Йозеф Прошеровский, входивший в состав миссии ОБСЕ. Проехали первую линию украинских частей, состоящую из нескольких бронетранспортеров, двинулись на Краматорск, где наткнулись на другие посты украинской армии, которые отказались нас пропускать. Они начали стрелять в нас, и в эти минуты нам пришлось очень туго. Потом нам удалось дозвониться до Киева, но ничего не изменилось. В конце концов, нам пришлось объезжать Краматорск по целине. Это было очень опасно. Самым неприятным было то, что нас останавливала украинская армия, которая должна была нам помогать. По словам чешского военного, больше всего они благодарны донецкой милиции, которая, кстати, проявила солидарность со своими коллегами из Славянска, не пошедшими против народа. Сотрудники МВД обеспечили сопровождение для группы европейских наблюдателей, тем самым гарантировав их безопасность на территории города.